это не так далеко от нашего дома, минут 5 езды. Называется Кустоца. Поле маков. А вот увитый плющом дом. Идти пойдем. Виноградники Кустоцы. Сегодня очень жарко, мы идем к тому дереву, там остановимся, попьем воды. Там, где кипарисы, там находится поле для гольфа. А здесь находится так называемый туннель любви. Здесь такая красивая дорожка. Вот, вот так. То есть у нас со всех сторон заросшая, и с одной стороны идет поток. И с другой стороны. И с другой стороны идет поток. Сейчас дойдем до туда, покажу. Здесь всегда сень, классно. Очень зелено. А вот с другой стороны тоже поток. Здесь на земле всюду белый снег. То есть белый пух. А это так светятся хвощи и папоротники на той стороне. Вот это хвощи. Хвощ. Это зум там что ли стоит? Да. А у нас выпал снег. Сережина нога вот тоже по снегу ходит. А вот маковые поля. А здесь растет бамбук. И земля немножко заболочена, потому что полей с полей, вода с полей сюда идет и застаивается. Возвращаемся потихоньку в отправную точку. Это Адам. А это Сережа. Смотрит погоду на завтра. А сейчас мы пойдем по этой узенькой тропинке. Едем домой.
всегда хорошо видно из полей. И когда мы его видим, значит, мы уже подъезжаем. А это вот мы едем уже, мы уже въехали в Валейджо-Сульминч, в нашу деревню, где мы живем. Вот. Вернее, мы живем на ее окраине, а это более-менее, так сказать, центральная часть. Вот. Едем по улицам домой. Сейчас мы подъедем, с левой стороны будет автошкола, в которую мы ходили. Сережа учится вождению. Здесь вот парчок такой детский. А вот здесь вот слева автошкола. Пожалуйста, пожалуйста, вот прям в этом доме она. А сейчас мы будем проезжать рядом с единственной церковью здесь. Башенка, колокола, а вот это центр, вот это вот самый центр, вот здесь начинается центральная улица, пешеходная зона, здесь вот сразу за этими машинами. Это супермаркет, мы проезжаем, в который мы ходим с Сережей. Вот по этой дороге можно приехать, если ехать прямо, через пару километров можно приехать ко мне на работу. Выглядят наши домишки тут. А мы живем под холмом. С обратной стороны, с другой стороны этого холма находится река, где я катаюсь на велосипеде. Вот велосипедная дорожка. Мы выехали из основной части деревни и подъезжаем к тем домам, где живем мы. Как раз вот эта группа домов и называется Компаньола. И мы там живем. Вот как раз Сережа подъезжает к нашему повороту. Нам направо. И вот мы сюда потихонечку поворачиваем к себе. Доносятся звуки гоготания гусей. Домишки. Вот, собственно говоря, мы подъезжаем к нашему дому. Вот два голубых дома. Приехали. В конце здесь дорожки ферма. С этой стороны здесь еще одна ферма с коровками. Едем ставить машинку. Она стоит не в гараже, а по сути в такой в хозяйственной постройке. Вот она. Мы сюда ее ставим. И, кстати, вот, собственно говоря, наша тепличка.